Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про аукцион. Аукцион закончился, это был второй в этом году. Ажиотажа, как раньше, уже нет. Люди не бросаются на товар. Они выбирают. Это нам нравится, это не нравится. Такой ресурс хочу тратить, такой не хочу. Этот танчик мне интересен, не интересен. Или вовсе, у меня уже всего много, нафиг мне еще одна фигня. Грубо говоря, игроки уже зажрались и знают всему свою цену. Чего не было раньше. Поскольку раньше разгребали все, любой мусор, который выставляли за неведомые цифры, непонятно чего, все сметали, просто подчистую, все забирали. Сейчас же какие тенденции? На ГК забрали вообще на аукционе танки по каким-то там вообще копейкам, чуть ли не бесплатно. Что нам намекает о том, что глобальная карта, во-первых, как не было интересна большинству игроков, так и не интересна, а во-вторых, у многих все есть, а в-третьих, люди ставят уже просто самые минимальные суммы тех или иных ресурсов. То же самое у нас и просто в аукционе летнем нашем, втором в этом году, у нас купили только один товар полностью. И это был ИС-3А Сапсан. Их раскупили полностью, и минимальная ставка была 220 тысяч свободного опыта. Минимальная изначально была ставка 100 тысяч. Я поставил 100 тысяч, она не сыграла. В принципе, у меня было даже желание забрать эти 100 тысяч. Не дай бог эта ставка сыграет, у меня заберут 100 тысяч свободки. А зачем мне еще один ИС-3 СМЗ, если он у меня уже есть и с тремя отметками стоит в ангаре пылиться? Чтобы на нем был еще один стиль, и что мне с ним делать? При том, что танчик далеко не самый приятный, не самый сильный, но его в пень. А вот остальные танки вообще не раскупили. В первый день выставили 268 вариант 5, который уже в прошлый раз был. Его вообще и близко не раскупили. За 20 миллионов серебра. На кой черт он вообще кому-то сдался? Десятка за 20 миллионов серебра. Я бы его и за 10 не брал бы, нахрен он нужен вообще? Сейчас бы десятку в стоимость трех десяток покупать. Кто это придумал, честно говоря, у него в голове походу опилки. На второй день выставили ИС-3 СМЗ, тот который Сапсан. На третий день выставили китайскую ПТ премиумную 9 уровня за 14500 голды вроде. Их тоже никто не разобрал, кому она нужна. Что касается премиумных девяток, вы меня, конечно, можете исправить в комментариях, но мне кажется, или в принципе нужно будет постараться, чтобы изменить мнение у игроков на положительное в плане премтанков 9 уровня. Не знаю, как общая масса думает, но я лично думаю, что все премтанки 9 уровня в ближайшие лет 200 будут дерьмом все. Первый премтанк 9 уровня – помойка, второй, третий за 14500 голды – ПТ-шка китайская, серьезно? Кому это все надо? Это же все мусор. И никакой фишки у премтанков 9 уровня нет. Они фармят так же, как и восьмерки. Только беда в том, что на девятках все дороже. По итогу на них ничего там особо не нафармишь. И казалось бы, 9 уровень один из самых приятных в игре, но премтанки 9 уровня настолько помойные, что в большинстве случаев они даже хуже восьмерок. Любая имбовая восьмерка тупо просто физически будет сильнее, чем это дерьмо на 9 левеле. Я, конечно, на китайской прем-ПТ не играл 9 уровня, но вот на прошлых прем-девятках я поиграл, и это то еще дерьмище. И уже, в принципе, отталкиваясь от этого, желания брать еще одну помойку 9 уровня, желания нет. Ну и последний лот в плане танков, это какое-то там гансало. На кой черт мне это сало, я вообще без понятия. Меня трясет от прошлого Кал Ивана, который точно такой же, только там барабанная пушка, а здесь цикличная, которая стреляет по одному снарядику. Танк абсолютно мне не интересен сразу же, но у него там 2D стиль, на котором декальки меняются. И чё? Ты можешь взять любой камуфляж и поверх него декалек намазать. Вот тебе получится невероятная кастомизация, обалдеть. Невероятно. Хрень полнейшая. Аукционы больше напоминают какое-то событие для настолько зажравшихся, что людям типа ну вообще некуда ресурсы девать, что они в этом принимают участие, поскольку интересного нету ничего. Какого-то супер уникального по сути тоже. Танк, который был, танк, который просто стиль другой. Еще один танк типа единственное, что ПТ-шка 9 уровня, такого еще не было, но кто ее хочет, люди показали, почти никто.
Ну и в конце танк, который был, но просто пушка другая. Все. Не, я, конечно, не против, что такие мероприятия проходят, но интереса в этом все меньше и меньше. Еще там были 3D-стили и 2D-стили в этом аукционе великолепном. Какой-то там старый всратый камуфляж дракончиками за 777 тысяч серебра и 3D-стиль на Т-95. Я на Т-95 наигрался, она у меня стоит в анаре с тремя отметками, танк балдежный, но играть на нем я не собираюсь, зачем мне на нем стиль? Чтоб он стоял в ангаре, и чё? Для чего мне это всё? Ну это реально, если просто, ну типа, делать нечего, текстурку покрутить в ангаре. Ну вот в китайском регионе были уникальные танки. Во-первых, ВЗ-55 в каком-то там стиле. За 20 тысяч голды, вроде бы. Ну опять же, блин, столько голды отдавать просто за копию танка, но в каком-то стиле? Ну такое себе. Также там еще были какие-то уникальные два члена экипажа и два камуфляжа, где отметки там изменяются. Ну, один из этих стилей прикольный, черный. Второй красный такой себе. Это прикольно, но этого у нас не было. Это же приурочено коллаборации с Warhammer 40 000, чего у нас на RU-кластере нету. Ну и, наверное, вишенка на торте – это Waffentrager 12 за 55 тысяч голды минимум. 4 тысячи штуки, кажется, их там было. Это вот реально что-то уникальное. То есть такой аукцион был бы похож на что-то уникальное, но 55 тысяч голды за такое маленькое количество танков, сколько людей этим насладится? И сколько-то бабла надо ввалить, чтобы за 55 тысяч купить один танк? А если их еще и так мало, то некоторые люди будут ставить там вообще какие-то огромные суммы, чтобы заполучить это. В общем, какая-то жуть. Вроде бы аукционы вызывают ажиотаж, появляется какой-то интерес, но каждый день, когда ты смотришь в этот аукцион с новыми лотами, ты смотришь, и всегда появляется какая-то безнадежность, скукота, и просто интерес улетучивается. В итоге я очередной раз ничего не взял. А что там брать? Я 100 тысяч поставил на Истрис МЗ, и то жалко было. Ну и ставка не сыграла. Слава богу, что не сыграла, поскольку сейчас выйдет ветка Италии, и эта свободка пригодится. А вот Истрис МЗ, он мне не пригодится. Я на нем уже наигрался. Да, для стримов вообще, типа, надо бы каждый танк брать, стримить, людям показывать, онлайн растет. Но где брать столько бабла, чтобы все это говно покупать, я без понятия. Пишите в комментариях свое мнение про эти аукционы. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.